Приговор вынесен. Суд Ненецкого округа определил наказание Ольге Каневой, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет Севера», которая обвинялась сразу по нескольким статьям. Приговор суда слушала Наталья Кислякова. В декабре 2018 года в прокуратуру Ненецкого округа обратилась глава Хасидахарского сельского совета Галина Филиппова. Она пояснила, что есть предположение о рейдерском захвате имущества СПК «Рассвет Севера». В ходе прокурорской проверки было выявлено, что право аренды земельного участка и все поголовье оленей СПК «Рассвет Севера», а это свыше 8 тысяч оленей, были отчуждены в пользу ООО «Татком». Сторона обвинения считает, что действиями Каневой Ольги Николаевны был причинен ущерб СПК «Рассвет Севера» на сумму свыше 33 миллионов рублей. Это стоимость поголовья оленей свыше 8 миллионов рублей. Для совершения растраты ей были использованы подложные документы. Также она совершила неправомерные действия при банкротстве. Судебное разбирательство длилось с февраля 2019 года. Благодаря оперативной работе УМВД и прокуратуры, а также доставке потерпевших и свидетелей из поселка Харута в город, следствие по делу завершилось уже в апреле. В ходе судебного разбирательства, как, кстати, с позиции стороны обвинения согласился суд о том, что действительно Канева виновна в совершении инкриминируемых ей преступлений, связанных с хищением имущества и, по сути, рейдерским захватом сельскохозяйственного кооператива, выводом основных средств в пользу третьего лица. Ольга Канева вину свою признала частично. Об этом она сказала в последнем слове. Соединенно раскаиваюсь и прошу квалифицировать мои действия статью 330 Уголовного кодекса. И назначить наказание, не связанное с лишением свободы. По итогам судебных разбирательств судья огласил приговор. На основании изложенного и руководствуясь статьями 303 309 УПК РФ суд приговорил Каневу Ольгу Николаевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 160 пунктом Б, части 2 статьи 165, части 1 статьи 195, части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации на путем частичного сложения наказания окончательно назначить Каневу Ольгу Николаевну наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 550 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Каневой Ольги Николаевны до вступления приговора в законную силу избрать в виде заключения под стражу, взять ее под стражу в зале суда. Обвиняемая сторона может обжаловать приговор в течение 10 суток с момента оглашения. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, телеканал «Север».